Здравствуйте. Это цикл передач «Семинаристы говорят». Мы беседуем со студентами московских духовных школ об актуальных проблемах современной действительности. С вами киностудия «Богослов» и я, Михаил Федоров. Священническая семья. Сегодня на эту тему мы беседуем со студентом второго курса бакалавриата Николаем Тюриным, сыном священника. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Михаил. Николай, как вы относитесь к родителям? Ну, думаю, что в каждой семье, равно как и в семье священника, на первом месте, конечно, идет уважение к родителям, конкретно к отцу. Есть два мнения, как относиться к своему отцу, как к папе родному, или как к священнику, как к человеку, который служит Богу в алтаре. Ну, я стараюсь к своему отцу обращаться, конечно, всегда папой, и ему это, вижу, что ему это приятно. Расскажите о служении своего отца. Как часто он бывает дома или не бывает? Какие-то проблемы, может быть, в семье из-за этого? Тут, да, есть проблема, то, что священник все-таки, у него на первом месте служение, поэтому приходится рано утром вставать, чтобы ехать на литургию. Целый день в основном он проводит в храме, служа требы, совершая требы. Вечером после службы обычно тоже у него, его ждут прихожане, задают разные вопросы, либо тоже какие-то требы. И уставший вечером приходит домой. И вот, конечно, как его семья встречает, вот, в принципе, от этого зависит, как он свой день завершит. В нашей семье вот была такая хорошая вещь, то, что мама нас готовила к приходу отцу. К этому времени мы старались уже окончить свои уроки, сделать, точнее, их совершить, как-то квартиру украсить к приходу отца. И все-таки, конечно, такое маленькое такое мероприятие, как ужин, семейный ужин. Вот, я думаю, то, что вообще в любых семьях такие трапезы, как ужин, должны проходить вместе. И если нет в доме такого большого стола, за которым можно вечером уставшими всем собраться, вот это, конечно, плохо. В нашей семье такое было, чему я очень рад. Много у вас в семье? Настроя. Вот я средний, старшая сестра и младшая сестра. Так что не так уж много, но хватает, чтобы тем, чтобы поспорить и обсудить. Матушка, она постоянно с детьми сидит или все-таки у нее есть время на службу? Ну, вообще, матушка, она полностью свою жизнь посвящает семье. Вот и, в принципе, изначально, когда девушка уходит замуж за будущего священника, она должна понимать то, что у нее на первом месте это тыл священника, это ее семья. Вот, пока дети маленькие, матушка полностью отдается воспитанию детей. Да, она не ходит на службу. Вот, и либо, допустим, с детьми малыми приходит только к причастию. Во время посещение храма, она смотрит там не на иконы, не подается там сердечной молитве, она только смотрит, следит за детьми. И это правильно. Когда с чего не приходишь в храм, смотришь, что родители стоят в одном части храма, дети бегают по-другому, тут неважно, семья священника, либо не священника, семья священника, это как-то смотрится как-то, ну, не очень красиво, по крайней мере. Мама с нами проводила очень много времени, она нас, по сути, воспитывала. И вот тоже можно даже этим гордиться, то, что я вот своими сестрами, мы в детский садик не ходили. То есть вот читать, писать нас учила мама. Тяжело вливаться в детском возрасте в общество после того, как ты воспитываешься дома, не ходишь в садик, может быть, даже в школу позже начинаешь ходить. Есть такое некое стеснение. К примеру, допустим, вот в школьном слове перед едой креститься или не креститься. Потому что, конечно, ты для своих сверстников становишься такой как бы белой вороной. Ну и, конечно, там есть разные случаи, когда, допустим, перед едой перекосился, все отравились, ты не отравился. Вот, но это как-то слабый аргумент. Но в какой-то момент я понял то, что на меня смотрят. Следят за моими действиями, как я делал то или иное. И вообще вот так вот есть такое мнение, то, что вот как-то от детей священника, от них люди требуют. То есть их, любой их поступок, он рассматривается очень критически. Как он поступит в тех или иных ситуациях, даже зачастую провоцирует, чтобы видеть его ответ. И вот как-то уже ближе уже к средней школе я уже стал, не то чтобы как-то бравировать, ну, точно так, вот, тоже в среду говорю, ребята, извините, у меня вот сегодня пост, я сегодня буду заказывать себе постную пищу. Вот, и кончилось тем, то, что уже ребята мне напоминали, а, Коля, ты сегодня пост, ты помнишь, да, помнишь? Я говорю, да, помню, спасибо. Так что потихоньку идет. Ошибка, конечно, когда пытаются искусственно создать такую там православную школу, православную гимназию, православные детские садики. Это искусственно. Все-таки надо ребенка заставлять идти вот такую широкую жизнь. Да, там могут смеяться. Да, могут на тебя догнать, клеветать, смеяться над твоими родителями. Но ты должен пройти, выработать себе такой антивирус себе выработать. Потому что дальше по жизни будет сложно. Вы говорили о служении в алтаре. С какого возраста началось ваше служение? И
Не было ли привыкания в детском возрасте? Были ли какие-то проблемы в служении? Вот обычно бывает, конечно, то, что привыкаешь, и в том числе привыкаешь к храму, привыкаешь к алтарю, к этой всей обстановке. Вот тут, конечно, детям священникам сложнее, потому что на них смотрят как таких золотая молодежь. Все дозволено, все можно. А родители часто не успевают доглядеть, что там сынок или дочка вытворяет. Ну, конечно, поначалу в детстве там тоже и плясал на клиросе, и там рисовал на стенах. Но потом уже как-то осознаешь, что это все-таки место не просто площадка. А потом постепенно ты чувствуешь то, что в алтаре надо все-таки молиться, а не болтать. И когда уже там уже ты почувствовал, ты уже чувствуешь дискомфорт, когда другие начинают там разговаривать громко в алтаре. То есть ты так воспитываешься в алтаре. Или даже сказать, алтарь тебя воспитывает. Папа строгий? О, да. У нас папа был строгий. Ну как строгий? Он не может быть не строгим. Иначе тогда, ну сколько получается, мы с ним увидимся редко. Получается, утром ушел, днем там может... Ну, конечно, когда стал панамарить, я с папой больше часто вижусь. Но и то получается, что во время службы там какие-то нравственных настроений не дашь. Поэтому в тот короткий период, когда нахожусь с своим отцом, вот он в те периоды строгий. Тут тоже, наверное, интересный момент, так же, наверное, как и в церкви. По большим праздникам хороший пастырь свою паству ругает. Ну, куда еще ругать? В другие дни они в храм не ходят. Так же, наверное, и в семьях надо ругать. А решение поступить в семинарию зависело ли от отца, от его служения, или это было какое-то внутреннее собственное произволение? Ну, тут, как сказать, я видел перед собой пример своего отца. То есть это послужило началом как бы принятия решения. Да, у меня был такой период, когда думал, нет, все, я с учеником не буду, не хочу быть как отец. Вот, но почему? Потому что когда ты имеешь, это чаще всего не ценишь. А был такой период, когда я подвязался в монастыре, и вот был оторван от своей семьи. И вот когда я смотрел уже на позиции других священников, на позиции других детей священников, я стал ценить свою семью, стал ценить свое положение, стал ценить своего отца. Точно не просто ценить, а уважать, это по-новому уважать. И понял то, что, ну, имея такое наследие, как при тобой живой пример, как священнику, белому духовенству жить, и как, там, какими, чем руководиться, как поступать, то я понял то, что все-таки я это тоже этого хочу. Ну, а уж оценить, достойно или недостойно, это, наверное, не нам с вами. Нужно ли мирянам стремиться к такому укладу, как священнической семье, или, может быть, к другому? Тут весь вопрос в традиции. Насколько дети уважают своих родителей? Потому что, допустим, в нашей семье это было там, бесспорное уважение родителей. Авторитет родителей, он спору не подвергался. В семьях, в других семьях, где отец не священник, церковный или не церковный, такого, к сожалению, не всегда наблюдается. Это печально. Поэтому, конечно, надо блюсти традицию, уважение. Ну, конечно, если отец, как глава семейства, уважает себя, уважает церковь, авторитет церкви, то его будут уважать. И поэтому, наверное, на таком уважении и строится хорошая семья.